Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Сдавайте сбережения. Узбекские власти разрешили коммерческим банкам продавать безналичную валюту. Официальный курс сравнялся с черным рынком. И не больше 5000 долларов. Опять-таки означает, что черный рынок, базар, не умрет. Визит дорогого гостя. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл на встречу с Алмазбеком Атамбаевым в Бишкек. Вопрос о государственной границе решен. Этот визит открывает новую эру, новую эпоху в отношении наших братских народов. Благодаря дедушке. Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан признался в употреблении наркотиков и поблагодарил за избавление от зависимости лидера нации. Первое, что он сказал: молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить ее. Не просто игрушки. Жительница Алматы шьет уникальные куклы, чтобы спасти своего сына. У каждого мастера куклы похожи на того, кто их делает. Наверное, у меня грустные глаза. С 5 сентября все коммерческие банки Узбекистана начали покупать у населения доллары по рыночному курсу. Указ о первоочередных мерах по либерализации валютной политики подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Как только разрешили скупать валюту у населения, коммерческие банки установили обменный курс – 8 тысяч сумов за доллар. И это несмотря на то, что еще на прошлой неделе обменять валюту можно было лишь в госбанках по курсу почти вдвое ниже черного рынка – по 4200 сумов. Информационные агентства откликнулись на это сообщение новостью о резкой девальвации узбекской национальной валюты. Но на практике это не так. Центробанк искусственно занижал курс сума к доллару. Граждане Узбекистана пользовались услугами черных скупщиков на рынках. Там предлагали как раз около 8 тысяч сумов за доллар. Однако до последнего времени за незаконные валютные операции как продавцу, так и покупателю грозил либо внушительный штраф, либо 3 года колонии. Что касается покупки валюты в коммерческих банках, то это возможно сделать по курсу 8150 сумов за доллар. Однако купить наличную иностранную валюту все равно не получится. Покупка долларов осуществляется безналичным переводом на конверсионные карты, которые обналичить можно лишь во время поездок за рубеж. Нормально? Ну, а в чем нормально? Если бы еще по карточке это было, было бы вообще замечательно. Ну как, нормальные рыночные изменения государства. Отлично. Я вот иду менять. О том, что теперь изменится в Узбекистане в связи с решением Центробанка либерализовать валютный рынок страны, мы спросили директора узбекской службы ОЗОДЛИК «Радио Свобода» Алишера Сидика. Первый день, когда это ввели, банки сейчас тебе не дают доллары наличными. Ты можешь продать свои доллары, но они не дают тебе доллары наличными. Они говорят: дайте свою карту, мы вам переведем ваши доллары на вашу карту. И не больше 5000 долларов. Опять-таки означает, что черный рынок, базар, не умрет сегодня. Президент призывает свои правоохранительные органы также заняться черным рынком, но уже более силовыми методами. Посадками, возможно, арестами или рейдами. Но в прошлом действия не приводили к таким значимым результатам. Значит, все же, по мнению экспертов, решение должно оставаться в монетарной политике страны. Центральный банк просит не паниковать. Центральный банк говорит, что у нас будет все хорошо, что мы ведем сбалансированную политику. Однако другие эксперты говорят, что если они будут продолжать ограничивать, давить на бизнес, чтобы они удерживали цены, то реформы, которые они начали, может сдуться. Когда они отпустят эту реформу «Свободное плавание», когда они отпустят свой сумм «Свободное плавание», либо либерализируют все больше экономику, вот оттуда и нужно будет отталкиваться, что будет дальше с рублем, с национальной валютой в Узбекистане. Депутаты Джугурку Кенеша парламента Кыргызстана в срочном порядке рассмотрели вопрос о делимитации и демаркации общих границ с Узбекистаном. Обсуждение проходило в закрытом режиме. Депутаты торопились, поскольку нужно было успеть подготовить пакет документов к официальному визиту в Бишкек узбекского президента Шавката Мирзиёева. Подробности у наших коллег с радио «Азатык» из Кыргызстана. В парламенте началась вторая сессия депутатов 6-го созыва. Работу начали в комитетах и за закрытыми дверями.
Сейчас вот соглашение идет с Узбекистаном, Росатомом комитета идет вопрос ограниченный вопрос. Там много очень интересного и много продуктивной, хорошей работы провели, оказывается. Почему комитет идет за закрытыми дверями? Ну, и, может быть, не знаю, я что-то не могу. Ну, теперь возьмет, потом запустит сейчас. А почему сегодня комитет идет за закрытыми дверями? Журналистов не пускают? Ну, это решение председателя комитета. Ну, предложили депутаты, чтобы проводились в закрытом время. Какие-то важные вопросы принимаются? Ну, важный вопрос – это вопрос границы. Там же был вопрос, рассматривался и работал правительство. Это граница с Узбекистаном, Кыргызстаном. А сколько километров еще нерешенных территорий есть? Ну, это цифра, по-моему, скрытая цифра. Там очень много, больше половины вопросов, они уже решаются. Больше половины вот этих километров, которые были до этого спорные, они уже решаются. В срочном порядке депутаты рассмотрели вопрос по демаркации общей границы с Узбекистаном. Пакет документов планируют успеть подготовить к приезду в Бишкек Шавката Мирзиёева. Официальный визит президента Узбекистана запланирован на 5-6 сентября. Важным документом визита станет договор о кыргызско-узбекской государственной границе. Как вам известно, в прошлом году наш президент Алмашинович, когда встречался в Самарканде с президентом Узбекистана, ими было дано поручение активизировать процесс делимитации кыргызско-узбекской госграницы. В отношениях двух стран на почве определения границ долгое время наблюдались споры и противоречия. И только сейчас появилась перспектива разрешения спора. За год главам двух государств удалось согласовать более 1000 километров общих границ. Сейчас остаются спорными еще чуть более 200 километров. Но остались те участки, по которым не пришли к единому мнению. Есть там стратегические интересы как узбекской стороны, так и нашей стороны. Но по ним надо будет сесть за стол переговоров и каждый километр рассматривать отдельно. Дело в том, что мы можем сказать, делимитация, завершена делимитация только после того, как обе стороны согласятся, при предварительном мнении подпишут протокол. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что визит его узбекского коллеги имеет историческое значение для обеих стран. Основные переговоры проходят в Бишкеке, в государственной резиденции Ала-Арча. Там находится наш корреспондент Шавкат Тургаев. Он с нами на прямой связи. Шавкат, здравствуйте. О чем договорились лидеры двух стран? Здравствуйте, Динара. Ну, во-первых, важно начать с того, что этот сам визит уже многие эксперты называют историческим, потому что за последние 17 лет это первый государственный визит президента Узбекистана в Кыргызстан. В далеком 2000 году сюда приезжал Ислам Абдуганиевич Каримов. И после этого двусторонние отношения были не самые лучшие, если не назвать их холодными. Во время переговоров в узком кругу Алмазбек Атамбаев назвал сегодняшнее событие историческим. Абсолютно уверен и хочу без ложной скромности сказать, что визит Шавката Мирамоновича сегодняшний, государственный визит, это историческое событие для обоих наших народов. Фактически этот визит открывает новую эру. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, сказал, что было упущено слишком много времени, пора наверстывать упущенное. Тут президент Узбекистана слегка пошутил над главами областей и районов. Вот он петил, что прежде всего они должны принимать решение, а не спрашивать наверху, как поступать. Впрочем, губернаторы намек, конечно, поняли. Я искренне хочу, чтобы мы сегодня сделали все, чтобы наши губернаторы, акимы сами решали все вопросы. Мы им должны создать условия, чтобы они решали все вопросы. Они спрашивали с центра, можно встречаться, не можно встречаться. Конечно, самый болезненный вопрос в кыргызско-узбекских отношениях – это делимитация, демаркация границы. До сих пор остаются неописаны 20% общей границы, это 217 километров. На протяжении двух десятилетий на узбекско-кыргызской границе периодически возникают конфликты, в которых гибнут как местные населения, так и пограничники с двух сторон. И сегодня президенты двух стран отметили, что в решении этого вопроса был совершен прорыв. Да, осталось-то ничего. Мы уже около 80% описали.
Ну а что нам? Я думаю, если мы постараемся, мы это будем описывать. Шавкат Мирзиёев пригласил Алмазбека Атамбаева в Ташкент с ответным визитом. Встреча, возможно, состоится уже в октябре, и к этому времени вопрос границ может быть окончательно решен. Сегодня также были подписаны ряд межправительственных договоров и соглашений. В целом, переговоры можно оценивать как продуктивные. Даже по лицам президентов можно было заметить, что итогами своей встречи они остались довольны. Динара? Спасибо, Шавкат. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству поднять тарифы на коммунальные услуги. На совместном заседании палат парламента лидер нации заявил, что в Казахстане самая дешевая электроэнергия на постсоветском пространстве. В пример президент привел соседнюю Россию, где тарифы в 4 раза выше. По мнению главы государства, повышение тарифов сможет привлечь новых инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства, в частности для реконструкции коммунальных сетей. Как заявил Назарбаев, цитата, «казахстанцы уже не живут в коммунизме. Поэтому за все удобства надо платить». Казахстанцы, опрошенные корреспондентом «Настоящего времени Азия», в большинстве своем считают, что тарифы на коммуслуги и так слишком высокие. В действительности пусть делают ремонт хороший, тогда я готова платить. А так нет. За что повышают тарифы? Это должно делать государство. Я не готова платить. Мы и так платим очень много. Я готов к чему? Для развития нашего города, нашей республики. Да, конечно, не хочу больше платить. И так мы же очень, тариф у нас большой, совсем большой тариф. Я считаю, что у нас тарифы абсолютно необоснованные. В частности, на тепло там, и так далее и тому подобное. Мне кажется, мы просто переплачиваем. Воровство в этой области, в этой сфере. Огромной. Потому что я инвалид 3-й группы, у меня платят 25 тысяч, я не могу оплачивать. Если перестанут в каких-то городах отключать летом воду на месяц, на два, то да, наверное. И зимой отопление везде будет хорошее, то да. Я не готова платить, потому что у нас пенсии в основном в Казахстане очень маленькие, низкие. Вот у меня 37 лет стажу, у меня пенсия 45 тысяч, все. Поэтому вот как хочешь, так и живи. Но нас не спросят, мы же в Казахстане люди мирные. Повышают, мы поговорим, да и дальше живем. А что делать? Все. Внук президента Казахстана признался в том, что употреблял наркотики. Об этом Айсултан Назарбаев написал на своей странице в Фейсбуке. Свой пост он посвятил рассказу о том, как пережил тяжелое время и как важно бороться с наркоманией. Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери президента Дариги и опального олигарха Рахата Алиева. Айсултан – единственный из внуков, обладатель фамилии Назарбаев. Известно, что он закончил Британскую королевскую военную академию Сандхёрст и прошел службу в системе военной разведки Казахстана. Имеет звание старшего лейтенанта, находясь в штате главного разведывательного управления Казахстанского министерства обороны. В данный момент он возглавляет Федерацию футбола Казахстана. Назарбаев-младший рассказал, что после смерти отца он нашел, цитата, «успокоение в наркотиках», но поддержка его деда Нурсултана Назарбаева помогла ему справиться с наркозависимостью. Дед по крови, он самый настоящий отец по духу. Первое, что он сказал, «молодец, что честный, болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний, у тебя хватит сил победить ее». В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро. «Ну что ж, когда Айсултан дает мне обещания, он всегда их выполняет», — спокойно ответил он. «Я точно обязан ему жизнью, не просто по крови. Он спас меня и, откровенно говоря, дважды. Просто тогда мне не хватило ума и опыта это понять. Но в этот раз хватает. Конечно, со мной близкие, и сейчас я живу в атмосфере поддержки. Это очень важно». Про смерть своего отца Рахата Алиева Назарбаев-младший упомянул только один раз, назвав ее суицидом и тем самым подтвердив официальную версию кончины Алиева. Напомним, что Рахат Алиев скончался в австрийской тюрьме в феврале 2015 года. Его нашли повешенным на крючке для одежды. Однако адвокаты Алиева настаивали на версии убийства. Айсултан Назарбаев после своих размышлений о вреде наркотиков сообщил, что собирается открыть благотворительный фонд по борьбе с наркоманией, поскольку понимает тех, кто страдает этой болезнью. Реакция на пост Назарбаева-младшего в соцсетях была неоднозначной. От уважения до предположений об очередном пиар-ходе.
Это не первый скандальный пост президентского внука. В начале зимы на своей странице в Фейсбуке он назвал некоторых высокопоставленных чиновников врагами казахстанского народа. В их числе оказался председатель комитета нацбезопасности Карим Масимов. Никакой официальной реакции на этот пост не было. Как отреагировали члены президентской семьи на новое откровение своего наследника, пока не сообщается. Далее в программе. Не просто игрушки. Жительница Алматы шьет уникальные куклы, чтобы спасти своего сына. У каждого мастера куклы похожи на того, кто их делает. Наверное, у меня грустные глаза. Власти Азербайджана использовали фиктивные британские компании для отмывания почти 3 миллиардов долларов. Выведенные из страны деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку и частные расходы высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева выпустила опровержение. В заявлении говорится, что эти обвинения являются провокацией со стороны армянского лобби и Джорджа Сороса. Мы знаем, что за этим стоит завоевавший в мире имидж мошенника, афериста и лжеца Джордж Сорос и его подручные. Грязные дела Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Сотрудничающая с ним армянское лобби ведет грязную кампанию против президента Азербайджана и членов его семьи. Как формировался азербайджанский ландромат и на что шли отмытые деньги? Подробности схемы в нашей справке. Согласно расследованию OCCRP, черная касса правящей элиты Азербайджана формировалась в 2012-2014 годах, когда в стране шли массовые аресты активистов и журналистов. Только из-за International Bank of Azerbaijan, где обслуживаются более 750 тысяч граждан страны, на счета фиктивных компаний в Великобритании вывели почти 1,5 миллиарда долларов. На что же шли деньги азербайджанского ландромата? В октябре 2013-го британская компания Pollux Management, участвовавшая в отмывании денег, перевела 61 тысячу евро немецкому политику Эдуарду Линтнеру. За две недели до этого Линтнер, бывший депутат Бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ, был в Азербайджане, где возглавлял миссию наблюдателей на выборах и похвально отзывался об избирательном процессе. Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии. Всего с 2012 по 2014 год Линтнеру перечислили 891 тысячу евро. В тот же день, в октябре 2013-го, та же британская компания перечислила с пометкой «За управленческие услуги» 20 тысяч евро Калину Митриеву, мужу директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. За три дня до этого Бокова провела фотовыставку «Азербайджан. Пространство толерантности». Всего на счета ее мужа за два года перевели 425 тысяч евро. Но больше всего от тех же британских компаний в период с 2012 по 2014 год получил итальянский политик Лука Валонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы. Ему перевели более 2 миллионов евро. Сейчас Валонте находится под следствием. По данным итальянских властей, политик получал деньги из Баку за то, что препятствовал принятию резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. Благодаря его усилиям она так и не набрала достаточного количества голосов. Фигурирует в схеме и Рособоронэкспорт. Российский государственный экспортер оружия перечислил в азербайджанскую отмывочную почти 29 миллионов долларов. Часть из них была переведена компанией сына первого вице-премьера Азербайджана, курирующего машиностроение, и офшорной компании тестя президента. Впрочем, со счетов ландромата оплачивались и личные прихоти азербайджанской элиты. Например, 12 тысяч долларов на оплату лечения первого вице-премьера Июбова и его сына в одной из лучших американских клиник. Или 18 тысяч долларов на образовательную поездку в США пресс-секретаря президента Азербайджана Азера Гасымова. Министр внутренних дел Казахстана прокомментировал драку между индийскими строителями и казахстанскими охранниками в Астане. Напомним, конфликт между ними возник на проходное общежитие для строителей комплекса Абу-Даби Плаза. Вечером 2 сентября он едва не перерос в массовое побоище. Глава МВД Калмухамбет Касымов только на третий день после драки дал свои комментарии. Его удалось застать в кулуарах правительства. По словам Касымова, поводом для конфликта стало неподчинение иностранцев правилам прохождения пропускного пункта. Индийские строители не сочли нужным пройти через рамку металлоискателя и после замечания охранника начали с ним драться. Сотрудник охранного агентства, гражданин Казахстана, вызвал на подмогу коллег, которые в ответ избили 3 граждан Индии. После того, как были избиты 3 граждана Индии, значит, вот эта смена повернулась обратно и пришла, забросала камнями охранный пост. Вот после только этого в 20 часов, все началось с 19:33, и в 20 часов 05 минут охрана сообщила об этом в полицию.
Еще двух граждан Индии неизвестно избили в близлежащем кафе. Вокруг места, где расположено общежитие для иностранных строителей, собралась местная молодежь, которая требовала наказать иностранцев. Самых активных, это 56 человек, доставили в полицию. 8 из них решением суда привлечены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Министр заверил, что к ответственности привлекут не только граждан Казахстана. Расследование мы проводим. Вот. Все виновники практически установлены, дают показания. Очень ставки сейчас мы проводим. Те, кто участвовал на улице, 30-40 индусов, гражданин Индии, будет по решению суда решаться вопрос по их депортации. А виновники будут привлечены к уголовной ответственности. Возбуждено в отношении граждан Индии, которые избили нашего охранника, и в отношении тех охранников, которые избили граждан Индии. Алматинка Алена Янкова шьет авторские куклы, чтобы собрать деньги на лечение своему сыну Максиму. Каждый год им необходимо как минимум 12 тысяч евро. Врачи поставили мальчику 2 тяжелых диагноза, не надеясь ни на какие улучшения. Но Алена не сдается и продолжает бороться за жизнь своего сына. Рассказывает Дмитрий Беляков. До недавнего совсем времени я всегда себя считала рукожопом. Я всегда просила маму, чтобы она мне что-то зашила, что-то сшила. Но, как говорится, когда припрет, то научишься всему. Алена шьет куклы. Назвать их игрушками язык не повернется. Авторские куклы – это создание целого образа. Характер, наряд, мелкие детали. Но всех их объединяет одна черта. У лапушек от Аленушки большие грустные глаза. У каждого мастера куклы похожи на того, кто их делает. Наверное, у меня грустные глаза. Ну да, у меня мало кукол, кто улыбается. Но вот этого я делала маме. И она не любит грустных кукол, она любит, поэтому это получилась такая улыбашка. А так, да, почему-то в основном у меня... Сколько я пытаюсь сделать улыбающихся, даже вот все они, эскизы готовые, и нет улыбающихся почему-то. Радоваться Алене действительно удается нечасто. Ее куклы – это не хобби, а способ собрать денег на лечение своему сыну. Максим – необычный ребенок. У него 2 очень тяжелых заболевания – эпилепсия и церебральный паралич. Благодаря упрямству и заботе Алены Максиму удалось добиться определенных успехов. Вопреки предсказаниям врачей, мальчик научился ползать, ходить с опорой. Они с мамой даже общаются жестами. Давай поговорим, что? Давай. Максим хочет кушать? Да? Нет? Нет, не хочет. Эпилепсия чуть не поставила крест на развитии Максима, так как частые приступы постоянно отбрасывали его назад. Выходом для семьи Янковых стал специальный чип, который вживили под кожу мальчику, для того, чтобы он блокировал припадки. Операцию сделали в Испании. Необходимы 38 тысяч евро собрали с помощью социальных сетей. Теперь для настройки нейростимулятора Янковым необходимо 2 раза в год летать в испанскую клинику. Конечно, мы сейчас зависимы от этого стимулятора, потому что у нас здесь нет специалистов, которые бы контролировали мощность, нет аппаратуры, которая бы могла поднимать мощность. Пусть нам каждый 2 раза в год приходится летать туда. Стоимость поездки 6 тысяч евро. Лететь необходимо уже в сентябре. Пособие по инвалидности Максима 160 долларов в месяц. Куклы приносят Алене еще около 150. Собрать такую сумму для семьи Янковых просто нереально. Остается только надежда на доброту людей. Не просто так ты что-то там написал, и тебе деньги там горой. Нет. То есть это нужно написать такой пост, чтобы человека он затронул, чтобы он прочитал и захотел вам помочь. А это в словах, в тексте очень тяжело выразить, чтобы и не соврать людям, и написать правду, и чтобы и защемило, и чтобы тебе не из жалости помогли. Очень найти вот этот баланс тяжело. Недавно Алена получила 2-е высшее образование по специальности дефектолог. Она собирается пойти на работу в специализированную школу. Говорит, и к Максиму будет еще ближе, и другим детишкам попробует помочь. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.